Ваш пример – это дополнительный стимул для наших жителей, молодых ребят. Желаю вам побед всегда. Хочется поблагодарить администрацию Владимирской области, администрацию города Владимира за ту поддержку, которая оказывается спортивному ориентированию вообще и непосредственно на этих соревнованиях.
Софию Сенкова, первый на финише, 46-57. Поздравляем команду Владимирской области в составе Артема Суркова, Дмитрия Канаева, Александры Борисовой и Александры Тимошенковой с победой в четырехэтапной дистанции.